Это игра Shadow Fight 3, с вами я, как всегда, Стивен, и сегодня мы будем проходить дальше сюжетку Ито. Ну и, естественно, заранее посмотрим, что еще у меня новенького здесь, возможно, появится. Кто знает, поэтому переходим в игру, сразу же я включаю игрульку, и давайте смотреть. Ох, я долго ждал этого момента. У меня уже 11 тысяч устойчивости. Я думаю, вы этот момент заметили. По поводу сета Легиона. Я его обязательно прямо сейчас надену, потому что мне под предыдущим роликом написали очень много новых комментов в плане того, как правильно им играть и как можно им побеждать еще лучше. Поэтому прямо сейчас протокол 127, защити человека от бота рабочего. Зайдем и будем пытаться что-то делать. Кстати, да, я уже практически выздоровел, горло практически не болит, поэтому в этот раз, возможно, ролик получится еще лучше, нежели чем вчера. Все-таки я очень сильно лечился, и поэтому стараюсь, скажем так, в данный момент не запускать у себя. Да, рил, если зажимать, то накапливается сила. И вы посмотрите, у меня сила x5, у меня полоска как-то покрылась чем-то интересным. Жесть! Я, кстати, этого момента не знал. Охренеть! Имба просто-напросто. Ну, кстати, у меня до сих пор эта полоска, она покрыта какой-то штукой. Да, смотрите, x2, x3, x4, x5... Интересно, а если эту силу использую... Блин, я промахнулся. А эту? Воу, вот это урон. Блин, а если перки повесить на него еще прям, ну, какие-нибудь шикарные? Мне кажется, и за счет перков он бы тащил. Охренеть. Я этого момента не знал. Я прям в ахере, что он умеет этот сет. Разработчики, почему вы не подсказали, что нужно делать? Да, глупо сейчас выглядит. Я не знал, я сделал на него такой, этакий первый взгляд, но я только сейчас оценил его по достоинству. Дерешься ты хорошо. Почему тот другой бот сумел одолеть тебя вчера? Ладно, пора выбираться отсюда, и это будет непросто, скажу тебе. Я об этой строящейся башне не знаю, зачем она нужна, но охрана здесь будь здоров. Везет же мне, материализовался прямо возле секретного объекта. Проклятие. А ну-ка стой, старикан, госпожа Кицуне, я нашел их. Я нашел Проксимуса. Кстати, да, в этом, как мне говорят, в этом ивенте, в этом моменте, в общем, здесь, в мире Ито, я могу получить, пока непонятно каким образом, но могу заполучить... Так, стоп, мне же написано было, что награда какая-то есть. Я могу получить сет, на который могу повесить аспект, который я получил за рефералов. Поэтому будем ждать, надеяться и верить, то, что такая тема будет работать. Да, кстати, по поводу рефералов, давно я не заходил. Викторчик, у него появился сет тоже. Поэтому в моих рефералов тоже есть сетик. Виктор, поздравляю тебя. Я уже его заранее поздравил у себя в ВК, но все-таки, ну, блин, это классно, это круто. А дальше у Палача. У Палача на данный момент такой сет, и сутки он уже не заходил. До сих пор на 28 левеле. 21 Savage. Уже не заходил. А нет, 3 часа назад. Ладно, 21 Savage, забираю свои слова обратно. Ты заходил. Приятно. Надеюсь, когда-нибудь у тебя найдется 99 центов, чтобы подарить мне 2000 рубинов. А, ладно, окей. Я бы перевел тебе даже сам эти деньги, 99 центов, чтобы ты задонатил у себя в игре. Просто я не знаю, как это сделать. Может, как-то списаться надо. И я бы тебе закинул денег, чтобы за 99 центов получить 2000 рубинов. Это было бы приятно. Далее, что у нас? Shadow, 29 уровень. И заходил он 3 дня назад. Видимо, Shadow забил на игру. И Little Clitter заходил 2 дня назад и тоже, видимо, уже немножко забил на игру, потому что в новом ивенте нужно бы играть, а они не играют, странные ребята. Кицуна 1, опять ты за свое, Проксимус. Я тебе уже 3 дня ищу по всей округе, а ты тут веселишься с каким-то старым бродягой. Ты говоришь? Ты ведь теневой бот, лисичка. Кто научил тебя говорить? Это законно? Я плохо слышу, или старикан дерзит, госпожа Кицуне. Мои парни им займутся, а вы и господин Проксимус спокойно потолкуете. Бот, защити меня. Протокол 127. Протокол 127. Защити человека от помощника Гизма. Я бот, что ли? Я понять не могу. Меня ботом называют. Я отыгрываю бота, что ли?
Ладно. Бот, король религионов. Не, я не отыгрываю бота, я бот на самом деле. Я играю как бот. Но я не думал, что и в игре боты начнут выкупать, что я бот. Офигеть, он перебил атаку. Так, ладно, помощник надзирателя, ты крут. Получай за свою крутость. А я снова... А, все, я только один раз могу, раз облажался. Далее уже не получится. Окей, окей, я понял. Ну, давайте добьем тогда его таким вот образом. Блин, интересно, как этот сет будет смотреться в рейдах? Мне кажется, он и в рейдах теперь тащить будет. Ставь лайк, кто хочет увидеть, как этот сет будет тащить в рейдах. Так, ну, X3 я накопил. Да, он меня перебивает, когда срабатывает вот эта вот легионерская штука. Очень крутая штука легионерская. Давай, пробивай его. На, получай. Вот так вот. Хорош. Не, ребята, он не отлетает, как дети, просто-напросто. Тут уже сет Узурпатора не таким классным смотрится после таких-то моментов с данным сетом. Ладно, ладно, двигаемся дальше. Хорош, бонусная карта. Тебя перепрошили, Проксимус, ты подчиняешься этому старику, что он сделал с тобой? Хватит причитать, я починил его, на него напал тот, другой сильный бот, и... Госпожа, если кто-то и вправду поковырялся в голове у господина Проксимуса, лучше бы вам пока выключить его, а то как бы чего не вышло. Да, точно, прости, Проксимус. Придется временно деактивировать тебя. Пока я не посоветую с боссом, я не подведу. Обещаю, доверься мне. Так, мир Ит уже на нормально, кстати, видите? Я существую, но лишь в виде вероятности. А копия потомка тени, которая стерла меня из вселенной. Теневой бот? Проксимус бот. Почти неотличимый от человека. Единственный в своем роде. Небывало близкий к человеческому образу. Иронично, и этот бот охотится за другими ботами? Работа Проксимуса устранять неисправных ботов, и последнюю миссию он провалил. Мог ли ты представить, что у твоей мечты именно такое будущее, Ито? Ради этого ты принес столько жертв, делал страшные вещи, помнишь? Победи своего мучителя. Я должен сразиться за Ито. Понятно теперь, почему на нормально. Я думал, что мне уже рейтинга не хватает для того, чтобы играть на сложности легко. Оказывается, мучитель. Ладно, давайте побеждать мучителя. Похож на нашего батю, как будто бы мучитель. Так, ладно. Воу! На, получаю, у меня здесь как раз таки крит накопился. Воу. Хорош. Блин, ну что ж такое? Тихо. Тихо. Вот так вот, получай по щам. Давай, подлетай к нему. Хорош. Попаду в него? Фу, попал, отлично. Я думал, что не попаду. Прям в замедлении, динамика такая, это жесть. Ладно. Хорошо, получилось пройти пока что. Смотрим, что будет дальше. Отличненько. Воу. Меня аж прикинуло. Ничего себе. Эй, тише. Блин, он оружие выбил, ребят. Мой мучитель выбил у меня оружие. Так, ладно, отходим. Я его только отталкивать умею, я просто жму. Воу. Хм. Ну он, да, он как-то подсечкой какой-то бьет. Да блин, я ногу даже поднять не могу. Он контрит мою ногу. Отстой, без меча, конечно, здесь сложно. Да, без меча здесь сложно. Ладно. Будем сейчас стараться проходить как-то. Не, все-таки голос еще подхрипывает, ребят, немного. Еще не полностью выздоровел. Такое бывает, ну что ж такое, почему я так не могу сделать? Спасибо большое, что я успел раньше. Как он меня перебивает, я не понимаю этого. Неужели атака в ноги, она настолько быстрая, что она перебивает? Рил? Я не знаю, на самом деле, я как-то вот...
Ну как? Почему моя так не пробивает? Да что ж такое-то? Ну, ребят, ну это, камон, бред какой-то. Блин, да донеси ты хоть что-нибудь, господи. Когда не играешь этими сетами, играть с этими сетами невозможно. Он издевался надо мной, он заставлял меня убивать, он чудовище. Он говорил все это во имя будущего, черта с два, будь он проклят, я не дам ему меня победить. Ладно, давайте снова пытаться побеждать. Блин, не люблю я играть сетами, которыми ни разу не играл. Ну, ни разу не играл этим сетом. И мне надо сейчас играть этим сетом, ну, бред. Ну вот почему его атака была быстрее моей, при том, что мы в одно и то же время ее нанесли в самом начале. Ладно. Окей, получай. Хорош. Отлично. Вот так вот. Иди сюда. Иди сюда. Вовремя взмахнули, ребят, и я, и он. Но он нанес раньше урон. Хорош, счет 1-0. Победили его, ладно. Бесят меня такие бои. Потому что они время занимают. Они легкие, но они занимают время, они затягивают. Из-за этого меня и бесят. Типа, хронометраж тратится на то, чтобы сразить этого деда никому не нужного. Хорош, наконец-таки, блин, моя атака дотянулась, и я по нему попал. Давай вот так вот. Давай, пока он поднимается, не получилось. Вот такая вот атака, и теперь вот такая, и теперь подлет. Хорош, счет 2-0, мы его одолели. Мы его одолели. Все, теперь проблем нет. Второй раз чуть лучше отыграл, потому что уже понимать начал механику данного сета. Так, ну да, тут, кстати, очки устойчивости копятся в разы быстрее, нежели чем в мире Джун. Этот человек, его лицо, я не помню его, но в то же время помню. Я восхищаюсь им, но я также хочу, чтобы он исчез. Я ненавижу его. На самом деле, ты хорошо знаешь этого человека, но часть твоих воспоминаний недоступна. Недоступна? Отчего-то я понимаю, что ты имеешь в виду. Я жил, стараясь не смотреть назад, но кто-то был за моей спиной, я чувствовал его. Кто-то обманул, провел нас обоих. Ты знаешь это? Да, кто-то предал нас. Ну, естественно, это я был, кто же еще, да? Так, давайте посмотрим прямо сейчас, что у нас тут по истории. Мир Ито нам дарит вот такой вот сет, забираем. О, и отлично, плюс 90 на 4, 360, плюс 90 за собранный сет, 450 очков как раз-таки я накопил за счет только лишь одного сета. Нет, ну это сильно, конечно. И у Ито новая заметка. В мире Иту его самого не существует, почему-то его отсутствие приводит к тому, что я теневой бот, а династия обладает небывалыми технологиями. Ну да, у этого деда какой-то прямоугольник крутой был. А, логично, логично. Так, я здесь все посмотрел? Да, я здесь все посмотрел, ну, в руку мы зайдем чуть позже. Так, и давайте еще заберем. Ой, и 50 еще сверху, ничего себе. У меня уже 12200 устойчивости. Немного, немного. Хотелось бы большего. Ну ладно. Кицуна, я еще раз повторяю, твой напарник не исправен. Я отправлю Проксимуса на реформатирование. Этот разговор закончен. Киба права, Кицуна. Увы, этот инцидент входит в ее зону ответственности. Если есть хоть малейший шанс, что на нами взломала Проксимуса... Ты слышишь меня, Проксимус? Тук-тук. Да ответь же хоть что-нибудь. Кажется, этот Боло повредил его речевой блок. Возможно, остальные его системы работают корректно. Проксимус, если ты меня слышишь, пожалуйста, сразись с моей телохранительницей. Так, интересно, интересно. Ладно, пробуем. А я должен как бот сразиться. На руках? А почему на руках? И смотрите, мне способности из-за того, что я руками сражаюсь, тоже недоступны. Красиво! Кстати, блин, на полоске какая-то шняга со здоровьем. Оказывается, скорее всего, она у меня была. А мне казалось, что это за счет способности она добавилась. Но нет. На, получай копье. Нет, слишком крутой бот в мире Иту, мне кажется, в снаряге Короля Легиона. Это слишком круто. Ну уж прям очень круто. Поэтому даже и не знаю, что сказать на эту тему. Так, ну и плюс, смотрите, очки снова прилетают. О, 25 рубинов.
Это впечатляет. Такое ощущение, что Проксимус стал драться намного лучше. Возможно, все дело в этом старике Боло. Старик сейчас в изоляторе. Вечером я допрошу его. Судя по всему, он видел, как Нанами разделалась с Проксимусом и сбежала. В изоляторе? В его-то возрасте? Киба, но там ужасные условия. Это буквально катакомбы. Ах, здравствуй, Иланда. Джун, Киба, мне придется попросить вас уйти. У моих охотников сейчас будет собрание по внутренним делам. Мы как раз и собирались уходить. Кицуне, дорогая, удачи. Так, стоп, принцесса с Кицуне... А что? Я не понял. Босс? Просто босс? Странная ситуация. Наконец-таки я увидел Джун. Мириитус, с ней все в порядке, она все такая же добрая и милая. Да, кстати, по поводу Джун согласен. И плюс мне наряд ее нравится. Он в разы лучше, нежели чем в обычном мире. Потому что, ну, здесь наряд прям топово смотрится. В мире Иту Киба занимает важный пост в комитете безопасности, а я лишь бот, который послушно исполняет ее приказы. Что ж, с этим покончено. Мне кажется, ботом даже лучше быть. Я бы в мире хотел бы быть ботом, потому что боты, они, в принципе, делают то, что им говорят делать. От тебя ничего не требуется. И это классно. Я рад, что в этом мире Киба и Джун наконец смогли осознавать цены своей дружбы. Но почему они обе звучали так, будто расстаются навсегда? Джун говорила что-то о пустой комнате. Ну, я в том смысле, то, что именно если брать мир Иту, то от бота спроса ноль. Ты просто играешь и выполняешь какие-то требования и следишь со стороны, что же происходит в этом мире. Нежели чем когда я был принцем, когда от тебя требования какие-то были, когда на тебя лежали какие-то обязанности. В мире Джун было сложнее. В мире Иту в этом плане в разы легче. И это удобно. Кицуне, арестуй Проксимуса. Что? Босс, но ведь Проксимус лучший охотник комитета. Вы сами знаете, сколько беглецов он поймал за последний год. Кицуне, у нас нет времени, выполняй приказ. Кицуне? Есть, босс. Не дай напарнице арестовать себя. А почему меня арестовать хотят, я не понимаю этого момента. Что-то я не понял, а обычного бота арестовать? Ну смотрите, я на лошади. Бот на лошади подъезжает. Я эталонный бот просто. Так, ну ладно, сейчас мы будем одолевать Кицуне. Блин, мне кажется, Кицуне такая в ахере находится, когда такая тема происходит. Воу! Хорош. Не, я дотянулся, нечестно, я дотянулся, ребят. Было видно, что я дотянулся. Это все подстава. Это подстава была. Так, ладно. Снова накапливаем силу. Да, что... Что произошло? Я вообще не накопил силы. Она перебила мою атаку. Хорош. А, у нее способность какая-то... Блин, перепрыгнула. Попаду? Да, попаду. Все, отлично. Вовремя. Подсчет сделал прям вовремя. Так, ладно, она теневую очень быстро накопила. За счет этого пробила мне блок. Надеюсь, в этот раз этого не будет. Что происходит? Она очень крутой персонаж в этом смысле. Она перебивать умеет. Ну, от этого и босс, конечно. Наконец-то это закончилось. Да, я согласен. Наконец-то это избиение младенца закончилось. Логично. Все логично. А я 35-й левел беру. Так. Так, ну эта экипа мне уже падала. О, а это не падало, отлично. Прокачиваем устойчивость. Кицуне, скажи мне код деактивации Проксимуса немедленно. Проксимус, беги, сматывайся отсюда. Спектры, код 9, арестуйте охотника Проксимуса. Он не должен уйти, ни при каких обстоятельствах. Босс, пожалуйста, дайте ему шанс, Проксимус найдет Нанами. Кицуне, детка, Нанами здесь ни при чем. Проксимус не тот, кого ты знал раньше. Он очень, очень опасен. Стоп, меня разоблачили уже? Как-то странно. Все только началось, а меня уже разоблачили. Ну ладно, допустим. Эй, как тебя там, бот? Проксимус? Наконец запомнил твое дурацкое имя. Постой, куда ты? Вон все спектры по твою душу, я тебе помогу. Но не вздумай удрать, у меня к тебе дело. Отбейся от спектров Иланды. А, они все-таки догнали меня. Ладно, будем сейчас отбиваться. Это спектр женщина, что ли? Ну ладно. Я помню спектров из Mass Effect'а.
Они вообще четкие ребята. Ну, из Mass Effect, если брать. Ну, сразу же видно, что это не Китсуне. Да, ребят, сразу же понятно, где Китсуне, а где не Китсуне. Я не дотянулся? Блин, вот если бы я дотянулся этим ударом, то мы бы уже ее прошли. Но и так не проблематично было. Победили достаточно быстро. Идеально. Так, следующий бой. Хорош. Ну и вот тут давайте накапливать силу. Оу, меня снова перебили. Ну ладно, 4 силы достаточно будет. Отлично. Да ё-моё, снова не дотянулась атака. Ну прям вблизи нужно ее наносить, поэтому такая проблема. Если бы вблизи наносил, то проблем бы не было. Да блин, да что ж такое в угол меня зажало? Вот собака. Получай. Вот так вот мы ей отомстили. А мы продолжаем. 35 левел я забрал. Уже 36 потихоньку подбегает. Поэтому пока можем играть. Устойчивость нам особо не требуется. И возможно даже часть этого мира я полностью пройду. Слава богам, отделались. А теперь за мной, не отставай. Почему спектры за тобой гнались? Ага, ты же говорить не можешь. Я от госпожи Джун. Тот чудный старик просил тебя найти. Уж не знаю, почему госпожа пошла у него на поводу. Кстати, меня зовут Джет. Если что, я терпеть не могу консервные банки. И автоматические пушки. И пафосные имена. И тебя. Намек понял? Я тебе поддалась, потому что госпожа Джун попросила тебя поберечь. Усвоил? Ты ведь стоишь кучу денег. Я столько за всю жизнь не заработаю. Вот мы и на месте. Тронешь госпожу, хоть пальцем узнаешь, что такое боль. Заходи, не поскользнись. Черт тебя дери. Проксимус, ну и мечика. Ну и мечика? Что? И мечика? Что? А, ну и имечка. И мечика я прочитал. Ну и имечка. Ну и мечика, я думаю, чем ей меч короля легиона не понравился. Видите? Джет привела вашего недоглядного бота. И Аланде не понравится, что мы отвлекаем Проксимуса, но я с ней договорюсь. Не отпирайтесь, господин, ведь вы тот самый легендарный незнакомец, путешественник во времени. Я слышала о вас. О чем ты, Джун? Какой еще господин? Ты вообще не узнаешь меня? Я Бола, канцлер Вестников, третья стрела. Канцлер стрел? Я не совсем вас понимаю, Бола, но мне нужна ваша помощь, очень нужна. Джун, почему ты здесь? И Проксимус? Ты знаешь, что он в розыске комитета безопасности? Охрана код 9, взять бота. Да ё-моё, меня все хотят взять почему-то. Что ж я не так сделал-то в этом мире? Набор охотника, кстати, вот имеется. Прикольненько, прикольненько. Так, ну больше ничего здесь нет. Просто два предложения каких-то было. Хотел посмотреть, что за они. Так, ну погнали. Погнали отбиваться снова. Видимо, снова требуется как-то отбиваться. Будем стараться это делать. Благородная Хельга. Ой, благородная прям. Ну ладно. Сейчас посмотрим, насколько она благородная. Так, ну здесь она не пробила меня. Так, она пытается. Не пробила со спины. Ну, знаете, под конец со суператакой пробила, но... Что это ей дало? О, надо было сначала вот этот вот удар нанести, потом уже добивание делать. Не совсем правильно атаковал. Ну ладно, возможно, вот в следующий раз я сделаю так, как нужно. Посмотрим, по крайней мере. А! Здесь разные персонажи. Печальный Отто. Похож чем-то на сержанта. Почему он только печальный? Сержант чем-то опечален? Так, ну давайте попробуем сейчас вот именно немножко другой тактикой атаковать. Вот он падает и далее спецприем. А, ну в принципе да, вот так лучше атаковать, нежели чем... Как я делал это в первый раз. Первый раз было не совсем правильно. Сейчас четче. Так, хорошо. Забираем, забираем, забираем все. И еще сверху 60 устойчивости, 25 рубинов. Минуточку, минуточку, я попрошу вас оставить в покое моего бота. Кибо, убери катану, пожалуйста. Это уважаемый человек, путешественник во времени, незнакомец. Подожди, тот самый незнакомец, чьи знания равны знаниям пустой комнаты? То, что существует вне времени? Ты не ошиблась? Да, это я. А теперь прочь с дороги. Джун, ты просила тебе с чем-то помочь. Я помогу, но сначала отведи меня к твоему отцу. Может, хоть он меня узнает? Да и этот бот Проксимус пойдет со мной. Это не обсуждается. Так, заметка появилась. Давайте посмотрим, что за заметка. Так, что у нас здесь?
И вновь сержант оказался тюремщиком. Неумолимая сила заставила его повторять свою судьбу. И кажется, я знаю имя этой силы. Характер. Нет, имя этой силы Отто. Теперь мы знаем, как зовут сержанта. Его зовут Отто. А судя по ивенту, который вышел вот сейчас, если мы берем, например, ивент. Сейчас, где? Вот здесь вот. Хайма, полковника Хайма. Скорее всего, сержанта зовут Отто Хайм. Ну, это логика такая. Не знаю, правда это или нет, это просто мои предположения. Возможно, называют сержанта Отто Хайм. Такие вот дела. А мы двигаемся дальше. Джун, если люди... Яланды нас увидят, у нас будут большие проблемы. Давай отправимся к ней сами и решим дело законным образом. Я не доверяю Яланде. Она вообще не раздумывает над приказами комнаты. Она уже сама почти как бот. Послушай, Киба, я уже знаю, что судьи идут за тобой. Скоро ты покинешь свой пост, и твой разум присоединится к разуму пустой комнаты. Пока ты еще мой друг, моя Киба, помоги мне, прошу. Мы почти достроили ускоритель, а я даже не знаю, правильно ли мы поступаем. Мне просто необходим незнакомец, его экспертиза, его мудрость. Всего пара дней, мне нужно еще чье-то мнение, кроме мнения пустой комнаты. Госпожа, кто-то взломал ботов-наблюдателей, бегите, я защищу вас. Помоги Джет и Киба защитить Джун. Ладно, пробуем. Взломанный бот наблюдения. Взломанный бот. Это я, когда я иду в аналитику. Давайте пробовать. Вот так вот делаем. Хорош. X2, X3, X4, X5. Отлично. Хорош, атакуем взломанного бота. А, блин, я думал еще одну атаку провести, но не пришлось. И без нее справились. Так, смотрим дальше. Зажимаем. Так, ну пока что накопление силы идет. Не, ну боты они вообще не пробивают. Хорош. Ай, блин, не вовремя. Я думал, что она лежать будет. Да ё-моё, все атаки прошли мимо. Лежать. Счет 2-0, отлично. А то, блин, контрит. Что за персонаж? Я в ахере просто-напросто. Так, хорошо, забираем награду. Так, отлично, отличная награда, ребят. Ой, прям замечательная награда. Ой, еще и 5 рубинов. Джун, ты в порядке? Пустяки, это просто ушиб. Что случилось с ботами? Неужели вправду это опять дело рук на нами? Черт, мне нужно доложить Яланде. Хорошо, Джун? Поступай, как знаешь. Я телепортирую вас во дворец. Там безопаснее. Прощай, Джун. Киба, постой. Так. С ума сойти? Дворец династии? Что сейчас произошло? Киба телепортировала нас? Да, что такого? Это ведь многие могут. Только стоит дорого. Транспортные вышки стоят повсюду. Разве вы не знаете, как это работает? Я-то знаю, как это работает, но технологии династии никогда не были так продвинуты. Это вестники помогли вам? Опять вы об этих вестниках. Да, наши технологии развиты, хотя пустая комната могла бы дать нам больше. Пойдемте, я проведу вас к отцу. Охрана, пропустите нас. Что происходит? Отойдите от Проксимуса. Отбейте нападение охраны. Да все меня хотят почему-то забрать. Да что же за проблема-то такая? Почему я всем не нравлюсь? Охранники, успокойтесь. Что вам от меня надо? Сейчас они в ахере будут от моего накопления силы. Нет, они не будут в ахере. Кстати, я не заметил бы, чтобы прям урона больше нанесено было. Но я не знаю, в принципе, урона я точно такой же наношу. Может быть, мне кажется, но... Такое чувство, что приблизительно один и тот же урон проходит. Ладно, пробуем сейчас накапливать силу. X2. Ну, смотрите, пока не перебил меня. Наверное, тут какая-то длительная атака была, сработала. И сейчас можно вот так вот ударить, пока он в закреп идет. Ой, красота, вот это вот вообще четко было сработано, это четко было сыграно. Так, хорош. Переходим дальше. И устойчивость повышается до сих пор, мне нравится то, что падает экипа, которая мне еще и ранее не падала.
Джун, ты вернулась? Значит, Проксимус с тобой. Кто это господин? Господин Бола, познакомьтесь с моим отцом, правитель империи, канцлер Акада. Акада? Что ты сказала? Я немного глуховат. Где твой отец, Джун? Где император? Ах, вот что вы имели в виду. Мой родной отец, я его почти не знала. Он погиб в семидневной войне с тенью. Канцлер Акада удочерил меня. Ничего себе сюжетный поворот в мире Иту. Джун является все-таки дочерью Акады. Ну, конечно, скорее не дочерью. Не дочерью, не совсем дочерью. В мире Иту Джун удочерил мастера Акада, потому что настоящий император погиб. Тут все вверх дном. Логично, логично. Согласен со своим персонажем. У меня 26 тысяч рубинов, ребят. Копим рубинчики дальше. Акада, так это ты за всем этим стоишь? Ты стер меня из памяти этого мира. Ты использовал технологии Мнемоса, и все забыли обо мне. Ты всегда мне завидовал, сколько я тебя помню, вор. Ты украл даже мой титул канцлера. Верни мое доброе имя назад. Джун, кто этот полоумный старик? Меня зовут Бола, и я заставлю вас всех наконец вспомнить мое имя. Проксимус, протокол атаки, 1-2-6, проучи Акаду. Да блин, мной все управляют, что за дичь происходит? Теперь я должен брать и создателя бить. Ладно. Создатель, мне кажется, тоже в афиге, потому что Акада не ожидал, что против него будет сам император Легиона сражаться. Ну, король Легиона. Так. Воу. Хорошая атака. Падает и далее. Добивающий не сработал, ни хрена себе, а куда он убежал? Ладно, один раз попала тень, второй раз попала. Хорош! Жесть. Ну, создатель пытался что-то сделать на деле, но у него ничего не получилось. Жаль создателя. Так, ладно. Ну, создатель не думал. Ладно, не буду тебя жалеть. Так, ладно, он меня жалел до этого момента. Сейчас он жалеть меня не будет. Ладно, я тоже тебя жалеть не буду, я хотел сказать. Да блин, он мешает. Зараза! Получай! Блин. Не дал мне сделать мою атаку красивую. Счет 2-0. Блин, дичь какая-то. Ладно, хорошо. Давайте попробуем сейчас использовать еще раз данную способность. Хватит, меня ждут дела. Так, x3, x4, x5. Ох ты, он пробил все-таки меня. Ну тут нужно, видимо, вот так вот уворачиваться. Ага. Ну, два раза выцепил. Блин, сзади еще раз. Спереди атака, сзади атака. Ну и где он? Хорош. Давай. Хорош. И дотянется? Нет, не дотянулось. Нет. Ну как так-то, блин? Ну я хотел заюзать красивую атаку. Лучше просто добил руками. Блин, дичь какая-то, серьезно. Ладно, хорошо, сейчас мы ему покажем, кто тут крутой. Так, он мне накопил. Ага, так. Ну давай, отходи. Вот так вот. Получай. Это тебе за предыдущий поединок, который как раз-таки был проигрышным. Из-за того, что я просто-напросто хотел красиво завершить этот бой. Все, создатели мы победили без особых проблем. Вот зараза же этот создатель. Так, отлично. Так, и бонусная карта. Хорошо. 25 рубинов еще сверху. Ох, опоздала. Создатель, не сердись на Проксимуса. На нами сломала его, а потом его перепрошил этот старик. Пожалуйста, почини его. Что ж, я предупреждал. Я говорил Иоланде, что Проксимус подметки не годится на нами, а на совершенство. Мое лучшее творение. Чинить Проксимуса смысла не вижу. Красивый бот, но какой-то туповатый. Я не могу припомнить, зачем я его вообще собрал. А тебя, Кицуна, не нужно было делать такой эмоциональный. Это тебе не идет. Я усовершенствую это в следующей модели.
Ты со всеми своими ботами так разговариваешь? Кроме этой пресловутой Нанами, конечно. Отличный ты, папаша. Нечего сказать. Я вспомнил. Пустая комната говорила о тебе, Бола. Ты помогал ее строить купол в другой временной линии, а потом возомнила себе не весь что. Ничего себе. Госпожа Джун, я искал вас. После атаки Нанами вы куда-то исчезли. Робота на работа на ускорителе стоит. Каждый час запросы от пустой комнаты. Шибата, прости, я всех подвела. Дай, пожалуйста, команду возобновить работы и увеличь пайки легионерам. Ускоритель будет достроен в срок. Легионеры здесь работают рабочими? Что? А вы, господин Боло, Киба была права. Вы не тот, за кого я вас приняла. Мне еще нужно поговорить с отцом. Попытайтесь вымолить его прощение. Немедленно освободите Проксимуса и ступайте куда хотите. Ни за что. Он останется со мной. Жаль тебя, Джун. Твой настоящий отец был забавным, простодушным толстячком. Уж точно добрее Акады. Ох, я устала. Мои лунные змеи с вами справятся. Кицуна, проследи, чтобы Проксимуса доставили Иоланде. Джет, Шибата, пойдемте. О, мне уже устойчивости не хватает. Ребята, это сильно. Ладно, сейчас до 13 тысяч как-нибудь добьем. Вот таким вот довольно интересным, изощренным образом. Но добьем. Так, что у меня здесь? Незнакомец. О, может, у меня этого сета не было? Да, по-моему, не было. Да-да-да-да. Сейчас увеличу себе немного устойчивости за счет данного момента. Хорошо. Так, это мы сделали. И еще 90 сверху. О, 13650. Уже налегко сражаться можно. Но это пока что. Дальше будет сложнее, я уверен. Так. Лунный змей. Я думал, я со настоящей змеей сейчас сражаться буду. Ну, это забавно. Давайте смотреть. Так. Ой, как он пытается меня побить. Ну, блин. Мило смотрится. Так. Хорош. Оу, мою атаку перебили снова. Давай-ка вот так вот сделаем. Счет 1-0. Отлично. Ну, лунного змея победили. Без особых проблем, к тому же еще. Конечно, в идеале бы взять 37-й левел, но я думаю, не стоит, потому что, в принципе, мы... Опа, не ожидал я такого перебивания. Так, окей, давайте накопим тогда силу. И как раз-таки со счетом 2-0 сейчас победим. А я думаю, отпустить можно. Да, да, можно отпустить, и как вы видите, мы в любом случае добиваем персонажа. Отлично, отлично. Легкий персонаж, не сказать бы, что прям сложности какие-то великие были. Так, продолжаем, продолжаем. Хорошо, бонусная карта. Отлично, и 25 рубинов. Проклятие, вы не собираетесь сдаваться, Бола, так? Надо было с паузами это прочесть, да? Ну ладно. На кой черт вам сдался мой напарник? Кто вы? Сложно сказать. Похоже, я ничего не знаю об этом мире, кроме этого бота. Он кажется мне таким знакомым. Готов поспорить, он знает, кто я такой. Я великий ученый, лисичка. Я создавал фракцию, которая ставила науку превыше всего. Я защищал их будущее от мракобесов-легионеров. Но в итоге они добились своего. Мир был уничтожен. Я прыгаю назад во времени, опять и опять, пытаясь предотвратить конец света. Но в этот раз что-то пошло не так. Я оказался здесь, и это не похоже на прошлое. Это другая временная линия, в которой не было меня. Ничего себе поворотик. Мне очень жаль, господин Бола. Мы действительно никогда не слышали о вас. А кто еще мог бы помнить вас, кроме создателя? Дайте-ка подумать, наверное, генерал Маркус. Я запер его в пространственно-временной петле на много лет. Он бы не забыл меня. Хе-хе. Учитель Маркус? Бывший генерал? Он работает в одном из наших додзе. Он учил меня рукопашному бою, я отведу вас к нему. Но сначала надо разобраться вон с теми ребятами. Видите? Несколько ботов-фельдшеров. Они присели. Присели? Нам на хвост еще 2 квартала назад. Присели. Они присели просто. Они нас заметили. Взять их. Они присели. У меня это звучит как... Они тупо присели. Все. Больше нечем сказать. Хорошо, хорошо. Давайте бота-фельдшера победим. Так. Вот так, значит, мы берем, накапливаем силу. Х3, Х4, Х5. Отходим. Приятная музыка достаточно играет в этой локации. Мне нравится.
хорош со счетом 1-0. Пришедшего фельдшера победили. Но это бета-версия, видимо, из-за этого этот бот хуже, нежели чем я. Такое вполне может быть. Первый удар, второй удар, третий удар, четвертый. Так, хорош, x5. Отлично, отбросили. Делаем откат, бросаем копье и далее протыкаем. Счет 2-0. Эти боты-фельдшеры. Что с них взять? Так, победа. Победа у нас есть. Ну и теперь забираем данную награду. О, еще и шлем выпал. И 25 рубинов, конечно же. Вы победили, но далеко вам не уйти. И мы разделаемся с вами при первой возможности, шакалы. Будьте вы прокляты. Шакалы? Не думал, что боты-фельдшеры принимают свою работу настолько близко к сердцу. Другие боты не любят нас, охотников. Я могу их понять. Мы ловим неисправные юниты и реформатируем их. Они называют это люботомией. Лоботомией? И мне правда жаль, но ведь это то, для чего я была сделана. Может быть, однажды я заработаю уважение и признание людей, и тогда... Я слишком много болтаю, да? Создатель говорит, что чувство ботов никого не волнует. Мы уже у Додзе. Надеюсь, Маркус узнает вас. На невозможно? Кицуны, Проксимус, дорогие мои, рад вас видеть. Добрались без приключений в этот раз. И как я погляжу, привели к нам гостя. Мастер Галин, этот человек хотел повидать Маркуса. Он из другой временной линии. Отличный выбор. Это подлинник, легендарный полководец Легиона? Бесценная часть обучающего курса. Правильно для всех одни, дитя мое. Хорошо, мастер Галин, я заплачу за гостя. Откройте клетку. Клетку? Невероятно. Маркуса держат в пространственном цикле, чтобы стричь с него деньги? Изобретательно и мерзко. Типичный Галин. Его не исправишь ни в одном временной линии. Проксимус, отвлеки их. Я взломаю цикл, который держит Маркуса. Победим Маркуса. Правила боя Джиггернаут. Но мне вообще здесь не хватает устойчивости. И новой устойчивости я, конечно же, не насобирал. Ладно, давайте здесь будем надеяться тогда на то, что мне что-то интересное выпадет с этих наборов. Давайте сразу же откроем 5 бустерпаков. Да, вся экипа, как вы видите, она в плюс ушла. По-моему, вся, которая выпала, она в плюс ушла. Продолжить. 14550 и снова налегко. Ну, давайте дособираем тогда. Уже 15000 почти сделаю. Таким вот образом. Угу. Так, персонажи. Тут у нас Джун. В мире Иту все династы. Считай, что вестники. Джун управляет постройкой ускорителя. Только вот, похоже, она не уверена, что этот проект во благо человечества. Хорошо. 25 рубинов у меня есть. И вроде, да, здесь больше ничего нет. Ну ладно, давайте попробуем, посмотрим. Ровно 14 тысяч у меня есть. Я сейчас против Маркуса буду сражаться. На кулаках? А нет, это он на кулаках. Ну, тогда мы его очень быстро вздернем. Ваше Величество, убейте меня. Он ко мне обратился как Ваше Величество или мне кажется? Ну, потому что я король Легиона, а он вроде как легионер. Это либо эксклюзивный диалог, либо он к Ваше Величество, к Джун какой-нибудь обратился, я не знаю. Обучающий Маркус, но здесь у него оружие появилось. О, он меня пробил? Или это просто... А, наверное, это все-таки завершилось. О, красиво, красиво мы одолели Маркуса. Интересно, очень интересно получилось. Неожиданно, кстати. Так, повыпадала вот такая вот тема мне. Отличненько. И прокачанная еще одна карта. Даже две. Маркус, ты слышишь меня? Ты меня помнишь? Это я, Бола. Как тебе угораздило попасть на привязь к этим обезьянам? Ты не нравишься мне. Кто ты? У тебя лицо человека, от которого одни проблемы. Уйди, у меня нет сил думать. Оставь меня в покое. Проклятие, Маркус был под воздействием цикла слишком долго. И цикл был сделан очень грубо. Дилетанты, он как тень прежнего себя. Куда делся господин Галин? Мне не нравится все это, у нас будут проблемы. Нам лучше поскорее уйти отсюда. Вот вы где, котятки. Галин, спасибо за содействие, без награды не останешься. Кицуны, а я очень разочарована. Ты меня подвела. Иоланда, девочка, ты помнишь меня? Я дал тебе это механическое тело. Я сделал тебя неуязвимой перед теневыми тварями. Ты помнишь?
Я? Босс, я очень виновата перед вами и перед всей империей. Я готова понести наказание, но, пожалуйста, не трогайте Прокси. Кицуна, послушай, ты не помнишь этого. Даже я этого не помню. Но Проксимус не твой напарник. Этот бот — копия потомка тени. Он уже уничтожил кого-то, появившись в этом времени. И в будущем он уничтожит весь мир. Аполло ему поможет. Хранители, взять их. Так, ну, ребят, я, наверное, уже в следующем тогда видосе продолжу. Кстати, смотрите, я могу получить данное оружие. Забавно. Забавно, очень забавно. Так, и давайте мир Ито посмотрим. На Нами. Так, и в персонажах у нас есть Маркус. Давайте посмотрим, что здесь. Я не могу поверить в то, что я увидел. Легенда Легиона, генерал Алого Войска, мой друг Маркус, потерявший разум игрушка в руках династии. И вновь во временной петле. Мир Ито несправедлив. 25 рубинов, ребят. 25 рубинов. Вот такой вот у нас получился ролик по данной игрухе. Да, мир Ито очень интересный на самом деле. Я практически дошел до конца, но, ребят, голос уже, скажем так, говорит о том, что нужно закругляться. Пока еще не полностью восстановился, но уже в процессе. Но все же, как вы видите, еще нужно немножко его залечить, потому что он у меня... Когда я начинал записывать ролик, уже поменялся очень сильно, потому что до этого я еще записал два видео. Они выйдут на канале, либо уже вышли, я, если честно, пока не знаю. Поэтому вот такие вот дела. А на этом все. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр. Если понравилось видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.